очередная посылка из Китая для DJI Osmo Pocket. Даже не прорежешь. Запечатано, конечно, все видно. Ну, это потому что хрупкая. Ну, опять же, собственно, чматовый карабульчик. Все пытаются закосить под Xiaomi. Коробка нам, конечно, не нужна, поэтому мы ее разрываем. Нещадно. Опять же, софт-тач пакетик, приятный на ощупь, но нас интересует вот эта штука. Полностью внутри она пластиковая, то есть замшевой нету подкладки. Ну, входит, как обычно, идеально, захлопывается, и теперь вуаля, мы ее включаем. Вот она у нас включилась, но, видимо, каких-то нюансов, дискомфорта здесь нет. Выключилась. Защелочка слабоватая, конечно, но для кармана, я думаю, ее хватит с головой. Ссылка будет в описании. Кейс для того, чтобы положить в карман, очень даже ничего. Многофункциональный. Правда, к нему вот все липнет. Вот это вот, конечно, не очень хорошо. И у него здесь нет подкладки, как в родном. А так, походим, потестим, посмотрим. Да, липнет все полностью. То есть то, что у вас будет в кармане, будет на нем. Коробка нам не нужна. Коробку мы подберем и выкинем в мусор. А данный кейс от фирмы сторонней можно рекомендовать. Какая-то фирма интересная. Вот так вот выглядит название. DJI Osmo Pocket. Штрих-код. Описание небольшое. Ну и все, в принципе. Итак, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем просматривать колокольчик. Всем пока!